Инцидент в Варнице. По предварительной информации, границу попытался пересечь мужчина, представившийся сотрудником дорожной полиции Молдовы. Однако предъявить таможенникам паспорт он отказался. Будьте добры, выполните законное требование работника таможни и уберите с проезжей части автомобиль. Вы не прошли один из видов контроля, который по большому счету нас. Будьте добры, уберите, пройдите. И... Что? Ограждение сзади убрали. Уберите назад. Дальше вы покидаете зону таможенного контроля. Мы это не можем допустить. Вы находитесь в зоне таможенного контроля. Пожалуйста, уберите в сторону и все. Вы отказываетесь выполнить законное требование. Работника таможни? Посмотрите, пожалуйста, в зеркало, что вы сделали, какую пропасть, что вы создали своими действиями. Напомним, с 1 ноября все сотрудники правоохранительных органов Республики Молдова, осуществляющие перемещение в зоне безопасности, обязаны проходить пограничный контроль. Вот сегодня полдня практически проезд на Варницу заблокирован одним полицейским. Он поставил машину поперек и требует, чтобы его пропустили в город Бендеры по удостоверению полицейского, хотя он не является членом объединенной оперативно-следственной группы. Мы его не держим, этого полицейского. Мы говорим, что вы можете пройти на нашу территорию в обычном режиме как гражданин. Мы видим, мы чувствуем, что это кем-то спланировано. Это действительно действие направлено на осложнение ситуации в зоне безопасности.